Ребят, всем привет! И сразу начну с того, что спасибо за актив, который вы устроили под видео с бутылками. Я собрал новые коктейли. Честно говоря, пока разливал, я пробовал на вкус. И один из них я просто не смог попробовать, потому что он мерзкий. Я собрал новых участников, смешных, скилловых и даже, мне кажется, рискованных. Сейчас я вам быстро напомню правила, если кто забыл. Ну и, конечно, пойдем знакомиться с сегодняшними участниками. Погнали! Я напоминаю, что ребята поочередно будут выбирать бутылки. Для них это будет неизвестная жидкость. И самое главное правило – не урони свою бутылку, которая будет присуждена поочередно. Сейчас ребята скинутся и по очереди будут выбирать бутылку свою, которую будут защищать. Напомню, что если она падает от твоего касания, то ты виноват. Но если она падает от касания соперника не мячом, то виноват он. У каждого человека по две жизни, выигрывает тот, у кого осталась жизнь, и, собственно, он не выпьет свою жидкость. Так, сегодня у нас новый список участников, не чай. Привет всем, здравствуйте! Новичок как в этой рубрике, так и в команде, добрый Саша день, Коваль, день, да. Лысый. И я Витя Блатов. Короче, пацаны, вы посмотрели или не смотрели? Не, я не смотрел. Здорово. Вы сейчас скидываетесь и потом поочередно выбираете свою бутылку с неизвестной жидкостью внутри. Ваша задача будет защитить свою бутылку. А ты даже не скажешь, какие там есть жидкости? Не буду говорить совсем, но я вот заранее сказал, что когда я разливал, я пробовал каждую жидкость на вкус и одну не смог. Попробовать даже? Да, попробую дальше. А выпивает только один проигравший или три проигравших, один победитель? Всего один победитель, у которого бутылка Саньку не упадет. Саньку Ковалю везет, конечно. Смотрите, мне на жидкость везет. У вас по две жизни. Ваша бутылка может упасть два раза. Бутылку ронять можно только с помощью мяча. Если вы будете защищать свою бутылку вокруг, и вы сами ее уроните, то ваша жизнь угаснет. Нет. Да. Не угаснет? Угаснет. Угаснет, угаснет. А если кто-то другой задел? Если заденет ногой другой, то у него одна жизнь уйдет. О, ничего себе. Да, быстрый ролик. Раз, два, три. Первые ножницы. Да ну что это? Конечно. Да, слушай, вы что, ёбнутые? Всегда правило. Я сам ножницы поставил, но не знал эту хуйню. То сразу. Раз, два, три. Так. Раз, два, три. Пидос выбирает первый. Можно рассматривать? Да, можно рассматривать. Розовое вино. Бля, едет, я не вижу. Надо я смотреть. Возьму вот эту. Какую? Не, покажи. Нюхать нельзя. Нюхать нельзя. Да. Бля, вот я просто надеюсь, что это обычное молоко, блядь, и все. Я так скажу, акул будет рад. А что ты с подсказками? Я забрал. Ну вот тут, видишь, какая-то, блядь, чеснок вообще плавает. Да, да, какая-то кусочек. Видишь, беленькая, да? Я вообще не знаю. То ли косточка, то ли... Не, ну вот тебе. Блин, я ее рассматривал, я боялся этого. Ребята выбрали свои бутылки. А можно сейчас понюхать? Нет. Мы их расставляем. У меня без номера. Пузырьки более-менее внушают какое-то доверие. Я подумал, что это фейри, может быть. Не, ну фейри не мог бы он налить. Фейри от этого сдохнуть можно. Друзья, я участвовать не буду, потому что я знаю, там какая жидкость. Пишите, как вы думаете, что там есть. Погнали. Друзья, небольшая пауза. Я напомню, что спонсором этого ролика является компания Bad Boom. У ребят очень крутое мобильное приложение, которое всегда под рукой и всегда выручит. Регистрация которого займет всего 2 минуты, поэтому это все очень быстро. Ну и, конечно, широкий выбор на любой вкус. Захотели киберспорт, киберспорт. Захотели футбол, хоккей, пожалуйста. Ну и сейчас вы можете на экранах посмотреть предстоящие матчи, проверить свою интуицию по ссылке, которая закреплена в комментарии. Ну и, конечно, промокод, который вы можете использовать при регистрации, получить до 2000 рублей фрибетами. Пользуйтесь и выигрывайте вместе с Бетбу. Погнали! О, он отдал, он просто отдал. Вы что, ёбнутые? Что за битва разумов сейчас была? Я думал, меня уже начинают прижимать. Я впервые видел сейчас такой смех злодейский у Ковальского. То есть, Влад, то есть ты с ним договорился? Ну так, взглядом. Перекинулся, а он вот так вот крысанул. Вообще было так. Норм. Я даю ему туда вход, чтобы он сбил нечаянно. Я не хотел полиции. Так, начинает по кругу. Все, погнали. Опа. Ну что, блядь, извини. Играем. Больно, давай. Можно оббегать за бутылку. Рука. Так. Старая школа против новой. Ты
Влад, забежай. Вот он, вот он. Выбивай, выбивай прям. Бля! Выбей, да. Тебя шока. Чай думает, подумай. Смотри, свою не урони. Рады, тёп! Какой же я труп! Так, у Коваля и у Блата по одной жизни. Мне вот интересно, как вы будете играть, когда вдвоем останетесь, например. Как он напрягся, как он напрягся. Может, резко и Коваля? Ладно. Соперника сразу играть. А? Не, брат. Ты все равно проиграешь, если он захочет. Ой-ой-ой! Смотри, Влад уже не доверяет. Опа! Коль, а не стройся, Коль! Грай, 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 грай! Вышел. Так, я напомню, у всех по одной жизни, кроме Федоса. Федосу пригодились его вратарские качества. Как демон, смог? Коваль уже не доверяет, не сбивается. Давай, вот, бутылка свободная. Федос, может, ты поможешь мне чаю? Нет, Коваль, нет! Уронил свою бутылку. Один-два! В своей последней жизни. Пизда, я один-два остаюсь. Я два раза ее коснулся, но не сбил. Мы правильно их раздергали. Приехал новичок, поле не видит вообще. Так. Нюхай свое. Не нюхай. Блядь, пиздец, а что это? Это не... Можно? Не рассол, нет? Можно? Это что-то противное. Да это что это, блядь? Рассол? Вонюхай. Блядь, что это, блядь? Краб типа какой-то, типа... Ну, похоже на рассол. Нет, это что-то соленое. Это не рассол. Это солености какие-то. Я, давай, походу, понял. Ну, это давай. Мивина с водой. Что с водой? Ой, блин, как он это... Ты блевать не будешь? Оно острое. Быстрее, я бы не хотел. Я, кстати, не смог это реально. Говяжий дошик? Да. Ого, пацаны, блядь, да ладно. То есть это было самое жесткое? Ты сказал, что ты не смог. Мне просто не понравилось, это реально. Паузу возьмем, хочу вам кое-что показать и рассказать. Если вы подписаны на мой инстаграм, то знаете, что я сейчас обучаюсь в автошколе, ну и потихоньку присматриваю себе машину. Поэтому пока что я решил взять себе кресло, как в машине. Ага, круто, да? Кожа. Сейчас я расскажу про нее. Это немецкий производитель Cougar Armor Royal. Короче, это немецкий производитель, поэтому в качестве вы можете быть спокойны, все очень четко. Знаете, я не просто про тачки начал, потому что кресло реально как в дорогой машине. То есть, ну видно, да, премиум уровень чувствуется. Если, к примеру, вы искали крутой подарок родственнику, девушке, брату, то я реально вам советую взять кресло. Кресло — это реально крутой подарок. Даже не для геймеров, а для работников из дома. Многие сейчас работают на дому, поэтому, ну, как бы, подарок. Если что, у кресла 3D подлокотники. Нет, очки не надо надевать, но это очень удобно. Полностью стальная рама. То есть даже если Блатов сядет, не почувствует это кресло. Кстати, вот эти подушечки очень удобные. Ну и кожа, это кожа, братан. Ну и конечно, ну как же, ну покрутиться, да, ну это все любят. Естественно, если вы устали сидеть, можно прилечь. Высота спинки и сидений регулируется под ваш рост, поэтому можете спокойно все настроить, как вам удобно, опять же. Ну и конечно, купить это кресло вы можете по ссылке, которая находится в описании, как без скидки. 20% на все кресла Cougar по промокоду ELHAN20. Пожалуйста, я вам реально говорю, я могу даже спать на этом кресле. Ну что, погнали?
Влад остался один. Затягивай, чё? Кто хочет помогать ему? Ушёл, играть, ушёл. Блядь, а мы не все. Так. Ты чё, блядь, меня чё-то не сбил, сука? Тихо, тихо! Вот сейчас началась рубка. Если, нет, может, Тёма, я сзади? Играй! Может, Тёма, хорош! Не-не-не, пацаны. Ну, хорош! Я не знаю. Ну, Федос, на твоей совести. На твоей совести ты сейчас. Чё ты? Нахуй. Смотри, он один. Я ждал, что тебя не убил. И потом сам проиграл. Я оставил соевый соус. Молоко. О, реально угадал. Угадал, красавец. Да, обычно молоко вкусное. Причем я его оставил, чтобы он прокис. Причем очень вкусно. Видишь, так что не расстраивайся. 3,2%, брат. Очень вкусно, брат, реально очень хорошее молоко, спасибо. Блять, вот и ебитесь тебе, крысы, блять. Вот в одной из этой бутылок реально, ну, невкусно, совсем невкусно. Слышь, Федь, там осталась одна из бутылок, которая очень невкусная. Либо тебя, либо меня. Если одна более-менее, то вторая, ну, прям, я боюсь, что не выпьете. Блин, мне досталось, на самом деле, как ну я что? Сразу понял, молочко очень вкусное. Прям вообще сказано. Потому что, знаешь, оно легло прям как надо сейчас. Я еще хотел молока, без шуток. Вот. А в дошике был кусочек макароники. Да. Я так и знал. Это просто вот... Погнали! Вот это гениально. Это если что, у Нечая всего одна жизнь, у Федоса две жизни. Прижми его, может, он сам ее увалит. Подожди, что ты мне советуешь? А я не тебя советую. Федь, удари его, как он меня прислал. Не, я пробовал, Тём, через корпус перекатывать и ставить попу и втыкать вот так, забивать. Отпухнуть его, это за фильм. Бля, что это? Федь, назад. Бля, Федь. А я выиграл, все. Да. А, у меня же не осталось, знаете. Стоп, да. Я предлагаю вам джентльменски чокнуться и выпить вдвоем. Что это, за что я играл? Нет, вдруг, за что я играл-то? Ну, может, ты захочешь. Короче, у тебя, видимо, самая дрянь, он поэтому хочет, чтобы ты выпил. Я не знаю, кстати. Я кстати, уверен, что он наоборот, мне казалось, что он наоборот пытается, типа, что выпить, там хуйня, типа. Ну, и меня. Ну, окей, давай, мужик. Иначе зачем, в чем смысл челленджа? Спасибо Ильхану за участие в челлендже, интересно. Неожиданно, что мы с Федосом до финала дошли. Федос, спасибо за битву. Не буду нюхать. Соленая вода, по-моему. Под огурцов, что ли? Нет, соленый чай. Блять, то есть я сразу все угадал, что это, ну, считай, сок. Морс это. Нет. Ну, это морс. Дай посмотреть. Кисель. Выпьешь? Что там? Просто кисель, ну честно. Ну, без всего? Да, да. Блять, посмотри, какой он уёбок. Это значит, вчера на мочу Ковалев. Подожди, я начал... выиграл. Не, правда, ничего там нет. Ну попробуй, знаешь. Обычный кисель, блядь. С залупой Ковальски. Да. Да, обычный кисель. Только он туда залупу помогал. Эл, это было круто. Слушай, мне понравилось, единственное, что мне очень понравилось, как мы начали, когда Ковальс, это было похоже на вот эту херню с воротами, как у Германа мы делали. А вы видели, как Феликс играл с Геной Миллером? Я же тебе говорю, что мы не смотрели эту рубрику. Короче, Коваль, я предлагаю вам... Я сплавил, да, Блата, я сплавил. Я предлагаю вам загадать следующим напитком. На камеру, да, можешь. Всем привет. Я пиздец. Это просто прикольно, соевый соус. Соевый соус. Да. Окей, может можно... быть, размешать чуть-чуть, да, чтобы разбавить, чтобы такой жесткий водой был, да. Я думаю, на что-нибудь с кусочками, потому что вы видели, какую панику навел кусочек лапши, блядь, из-под доширака, какую панику навел на Ковале, который... Так понимаю, потому что, видишь, прическа как лапша. Да, это компот, причем с какими-то кусочками ягод, супер лайтово, но когда ты увидишь эти ягоды... Напряжешься. Ты напряжешься, пипец, то есть типа супер лайтово, но главное испугать. Ой, может что-нибудь... Я думаю, молоко с горчицей, которое кусочки. Можно еще чайный гриб. Что? Чайный гриб. Это вкусно. Молоко. Прям, чтобы там, ну давай, давай, легенда. Ну у меня два варианта, давай. Они, ну, как бы допустимые, мне кажется, это достаточно нормально. Первое, это рыбий жир, прям на много его. Блин, рыбий жир обычно пьют ложками, это... вот столько рыбьего жира. Давай. Либо это вот столько же, опять-таки, подсолнечного масла. Просто налить концентрированно, без воды, без всего, вот. И чтобы человек пил подсолнечное масло. А
Я такой, я пил подсолнечное масло в школе, когда еще учился, и бухал потом. Блин, если ты пил, и короче, я вырос. И, короче, масло обволакивает желудок, ты бухаешь, и не пенешь. Потом масло у тебя расходится в какой-то момент, и я со стула ёбнулся, потому что меня сразу дало, моментально. Перемешать молоко с вот этим селёдочным маслом вместе. Не, ну это обосраться. Это уже для здоровья. Причем, знаешь, как мы договорились, Федя просто кивнул. Я не знал, что так можно делать, когда они так сделали, я такой... Хочешь, я расскажу просто, как мы сделали? Я подскажу, вот вы что-то знаешь, типа, ты пошел уже готовиться, я такой, давай вместе, мы все решим. И я говорю, да, окей. Да, окей. Он мне дает первый пас, и я думаю, нельзя сразу полиции. Ну, типа, надо дать обозначить. Сколько раз ты меня будешь предавать? Почему предавать? Я всегда за тебя там... В слабом звене меня, блядь, кикнул здесь, без сомнения. Это не предвзято. Лакер чемпион. Ударил, еще ржать начал. Да, да, и в итоге вот ни разу не загасил. Даже, типа, когда у него стала одна жизнь, я ни разу не загасил. Причем тебе капали на мозги все. И мне, и Эл стоит сзади. А он тебе приехал. Блин, огромное спасибо. Тебе спасибо. Классный формат. Да. Я надеюсь, правда, наверное, так и не буду его смотреть, но хороший формат, правда. Спасибо. Давай придумаем еще такое правило, когда типа все участники что-то такое делают, что в итоге ты выпиваешь еще что-то. Да, я согласен. Отлично. О, нет. Если у победителя обе две бутылки жизни остаются, да. То, как у Федоса, то ведущий за него выпивает. О, кстати. О, да. Отлично. Я за него выпиваю. Ты бы выпил сейчас кисель. Окей. Хорошо, договорились. Ребят, огромное спасибо за то, что посмотрели это видео. Ссылку на всех ребят я оставлю внизу. Ну и пишите в комментариях, может, вы приготовите какой-то напиток, предложите. Сука, может быть, реально сделаем, ну, чтобы был где-нибудь в одном реально яд. Чтобы человек выпил, и если его в течение часа противоядие не введут, он умрет. Я думаю, на такой ноте мы и закончим. Следующие ребята. Спасибо, что подписались на канал, поставили лайк, написали комментарии. Пока-пока. Нет, стоп, я поменяю соевый соус. Что хочу, чтобы в бутылке был хаш. О, фу! Это чувак, кстати, это очень... горячий холодец, то есть жидкий холодец. А, знаю, да. Друзья, я вам вот что хочу сказать. Люди в ресторанах за это блюдо по 400 рублей платят. Раз мы решили, что в одной из бутылок будет хаш, что у нас получается? В следующем видосе Эльхан, видимо, сидит в одной из бутылок. Отлично. Вот. Я знал, что так будет. Все, ребят, всем спасибо. Пока-пока. Обнял. Очень рад, что хаш.